Здравствуйте! С вами передача «Дорога к храму» – совместный проект телеканала «Первый Ярославский» и «Ярославской епархии». Мы вступаем в середину поста – крестопоклонную неделю. Желая подкрепить нас в постных трудах, Церковь полагает перед нами крест Христов – символ смерти, ставший знамением победы. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Термин «крест» в христианской культуре по прошествии многих веков потерял свое первоначальное звучание. Сияющие кресты храмов, изящные наперстные или нательные кресты, точеные храмовые распятия – все это как бы подернуло пеленою, патиной от огромной дистанции, отделяющей для нас крест как священный символ от креста как орудия смерти. Христианские императоры запретили распятие как вид казни, поэтому и призыв Христа не слышен нам во всей той скандальности, в которой его воспринимали современники. Возьми крест свой, или виселицу, электрический стул, гильотину, орудие своей смерти, «И следуй за мною», — говорит Христос. Зачем? Неужели в жизни мало страданий и боли, чтобы еще сознательно на них согласиться, да еще и с благословения Божества? Куда и как вообще можно идти с подобным грузом? Но не случайно Христос проводит такую параллель, сравнивая нечто из нашей жизни с орудием смерти, орудием убийства. Но что это? О чем в таком случае говорит Господь? Большинство комментаторов говорят о кресте как о совокупности жизненных проблем и испытаний, болезней, обид, скорбей, что их Иисус призывает принять безропотно и совершать дело своего спасения. Но разве они убивают нас? Разве лишь обстоятельства, лишь внешнее нас тяготит? Не гораздо ли более разрушительны для нас внутренние невзгоды, грехи, разлагающие нашу целостность и в итоге лишающие жизненности как таковой? Не их ли предлагает поднять Христос? Но в таком случае что значит поднять? Неужели принять, то есть согласиться? Конечно же нет. Этот крест греха прибил нас к земле. Мы согнулись под его тяжестью и не можем ступить. Но Христос предлагает идти за ним след в след, за ним, несущим грехи всего мира на своих плечах. На Голгофе он победит их, расточить власть смерти и дьявола над человеком. И нам он предлагает шагнуть, уверенно пойти и, получив руку помощи от него, как он в свое время от Симона Киренейского, донести их до той же Голгофской горы, где нам уже нет нужды восходить на свой крест, где наша смерть побеждена его воскресением. В среду 3 апреля Церковь вспоминает преподобного Серафима Вырицкого. «Зародыш мой видели очи твои», — говорит царь Давид в Псалтыре, подчеркивая попечение Бога о человеке во все дни его жизни. Так и к несению особого подвига служения ближним может он призвать человека уже на закате его жизни. Так случилось, например, с благочестивым купцом Василием Николаевичем Муравьевым, ставшим известным всему миру как преподобный Серафим Вырицкий. Преподобный Серафим связан с Ярославской землей первыми годами жизни. Он появился на свет 31 марта 1866 года в деревне Вахромеево Арефинской волости Рыбинского уезда. С детства наставленный родителями в вере, Василий с особенным интересом читал жития святых, вдохновляясь примерами великих пустынников прошлого. Его родители Николай Иванович и Хиония Олимпьевна представляли собой традиционный тип благочестивого купечества. Богатство не владело ими, затуманивая разум, а они владели своими средствами, верно исполняя завет Христа о любви к ближнему, которого они видели в голодных, нуждающихся и обездоленных. В 10-летнем возрасте Василий становится кормильцем семьи. Болезнь забирает отца.
От переживания случившегося ухудшается и без того болезненное состояние матери. Мальчика забирает в Петербург на заработки односельчанин, работавший в столичной лавке старшим приказчиком. В кратчайший срок Василий, демонстрируя прекрасные умственные способности, упорство и деловую хватку, становится сам старшим приказчиком в одной из лавок гостиного двора. Почти все жалование он отсылает в деревню больной матери. В эти годы растет в нем сознание призвания к монашеской жизни. В 14 лет он приходит в Александро-Невскую лавру с желанием поступить в послушники. Однако, не найдя игумена, обращается за советом и благословением к одному из лаврских схимников. «Васенька, — говорит тот, — тебе суждено еще пройти путь мирской, тернистый, со многими скорбями. Соверши же его перед Богом и совестью. Придет время, и Господь вознаградит тебя». Эти слова старца были восприняты им как воля Божия. Во время одной из деловых поездок юноша встретился в Гефсиманском скиту Троицы Сергиевой Лавры с преподобным старцем Варнавою, духовным сыном которого и становится Василий. Их общение продлилось порядка 20 лет. В 1890 году Василий Николаевич венчается с Ольгой Ивановной Нетрониной. В браке супруги родили двоих детей – Николая и Ольгу, однако дочь скончалась в младенчестве. В семейном укладе они не только подражают родительскому благочестию, но и стараются превзойти его. Так, например, в дни великих церковных праздников в доме Муравьевых устраивались обильные столы, к которым приглашались все окрестные неимущие. Хозяин дома обращался к гостям с кратким словом о празднуемом событии и благословлял трапезу. По завершении же ее супруги старались, чтобы присутствующие не ушли с пустыми руками, давая каждому что-нибудь из продуктов, одежды или денег. В 1905 году Василий Николаевич вступает в ряды одного из крупнейших благотворительных обществ империи – Ярославского. В революционные годы Василий с супругой не бегут из рушащегося отечества, не переводят капиталы за границу, а решаются исполнить давнее желание молодости – принять монашеский постриг. В 1920 году оба супруга, раздав свое состояние по обителям, принимают постриг. Василий Николаевич в Александро-Невской лавре с именем Варнава, Ольга Ивановна в Воскресенском Новодевичьем монастыре с именем Христина. Вскоре монах Варнава был рукоположен в иеродиакона, затем в иеромонаха. Здесь он вместе с будущим митрополитом, а тогда иеромонахом Гурием Егоровым, принимает активное участие в крупнейшем общественно-политическом движении Петрограда – Александро-Невском братстве, братстве защиты святой православной веры. Со времени начала отцом Варнавой священнического служения к нему на службу потянулся поток богомольцев. Общение с преподобным Варнавой Гефсиманским, огромный жизненный опыт, горячая личная молитва сделали его любимым и почитаемым в среде петроградских верующих. В 20-е годы отец Варнава проходит ряд сложных послушаний, от надзора за монастырскими кладбищами до казначея Лавры и членства в ее духовном соборе. В это время монастырь пережил и аресты насельников, и обновленческую смуту. В конце 20-х годов иеромонах Варнава принимает постриг в Великую Схиму с наречением имени Серафим и становится духовником огромной Александро-Невской лавры. Имя в постриге принято им в честь почитаемого преподобного Серафима Саровского, подвиг пламенной любви и молитвы которого и желал понести схиеромонах Серафим. Тяжелое служение. Огромное людское горе, с которым сталкивался старец на исповеди в эти страшные годы, подорвали его здоровье. Почти обездвиженного, по благословению митрополита Серафима Чичагова, будущего священномученика, его перевозят в Вырицу для поправки здоровья. Здесь начинается его общенародное служение. С утра до вечера у входа в его келью стоят десятки и сотни посетителей, каждый со своей бедою, молитвенной просьбой и вопросом. Усиливает старец и свой аскетический подвиг, воздерживаясь в среду и пятницу от пищи и ежедневно причащаясь тела и крови Христовых. В 1930-х годах, когда братья Лавры была арестована, а сам монастырь закрыт, когда тысячи храмов оказались осквернены, а десятки тысяч верующих томились в лагерях или были расстреляны, преподобный Серафим говорил: «Мрачная ночь надолго покроет землю русскую, много нас ждет впереди страданий и горестей. Поэтому Господь и научает нас: терпением вашим спасайте души ваши. Нам же остается только уповать на Бога и умолять Его о прощении. Будем помнить, что Бог есть любовь, и надеяться на Его неизреченное милосердие».
За несколько лет до начала войны святой старец избирает, по примеру преподобного Серафима Саровского, для молитв большой камень. И с началом военных действий ежедневно возносит на нем молитвы о спасении страны. Несмотря на то, что Вырица оказалась на линии фронта, а потом и вовсе оккупирована врагом, в ней не погиб ни один человек и не пострадал ни один дом. В последние годы жизни преподобный уже не вставал с постели, приближался его исход в вечность. Чувствуя этот день, старец благословил родных иконами Саровского чудотворца, попросил послать за священником. Перед смертью он был утешен посещением Божьей Матери, призвавшей его. Ночью 3 апреля 1949 года со словами «Спаси Господи и помилуй весь мир» он присоединился к святым, торжествующим в вечном царстве. Преподобный старец не оставил после себя каких-либо письменных поучений, лишь несколько стихов и пророчества, записанные близкими ему людьми. Народное предание, однако, относит к его перу духовное творение «От меня это было», являющийся с высокой вероятностью текстом, написанным близким другом старца, митрополитом Эммануилом Лемешевским. С вами была программа «Дорога к храму», совместный проект телеканала «Первый Ярославский» и «Ярославской епархии». Мы прощаемся с вами до следующих выходных. Благословение Божие да пребывает со всеми вами.